Как розы прекрасны, нежны и невинны, как розы прекрасны и всеми любимы, и каждая роза Бога прикосновение, в ее лепестках любви вдохновение. Орхидея нежности цветок, орхидея нежности цветок, орхидея каждый завиток, как будто бабочка качается на ветке, а девушка читает любовный роман в беседке. Люблю я орхидеи, напоминающие мне о том, что есть тот мир, где мы с тобой вдвоем, где ты сидишь напротив, пьешь чай, беседуешь напротив о том, о сём, о жизни, о любви, и в мире том мы влюблены друг в друга. Супруг ты мой, а я твоя супруга, размеренная, радостная жизнь, построенная только на любви. А вы светите ярче и светлей, дарите миру радость и улыбку, пусть в мире станет чуточку светлей, и мир осветят счастливые улыбки. Вы светлячки, светите на земле и освещайте каждый уголок вселенной. Хочу, чтобы миром правила любовь, и мир наполнен светом был по всей вселенной. Хочу, чтобы сердце каждого коснулось доброта. И расцвели цветы в садах, и птицы только пели, и счастье, и любовь всегда была, и вся земля наполнилась бы только светом. Я верю, мир воскреснет, и любовь в сердцах будет расти. Пускай любовь и свет сейчас растет, чтоб навсегда остаться в этом мире. Благодарю за внимание. С вами была Дора Люкс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пусть хранит вас всех Бог.